Покажу вам результат фитильного полива рассады на апрель месяц. И сегодня 2 апреля 2018 года. Рассада перчиков стала такая большая. Вот все они взошли. Все у них нормально. Вот он фитиль. И водичка с активированным углем. Приходится доливать даже каждый день практически, чтобы фитилек был влажный и чтобы им постоянно поступала вода. Вот такой предварительный итог фитильного полива.